кто следил, там, может быть, я в Фейсбуке уже выкладывал, некоторые СМИ, их интернет-издания, растиражировали по поводу там, наркотиков, да, сдания тестов и так далее. То есть, в принципе, вот прошла неделя, завтра как неделя пройдет, никто не откликнулся, значит, но раз сказал А, надо говорить Б, да, я так считаю. Поэтому я конвертирую это в следующий момент. Давно, ну, я, у меня как у действующего мэра положено иметь, имею право на травматическое оружие, да, у меня его нет на сегодняшний день, ну, думаю, ситуация такая, что, в принципе, я думаю, дома бы не помешало, поэтому пройду вот эти все необходимые шаги для получения травматического оружия, соответственно, предполагает прохождение там каких-то тестов, но не предполагает полностью такого расширенного по наркотикам, просто в качестве такого как бонуса пройду еще и тест на профпригодность, как называется, расширенный тест на наркотики. А вообще будет это все посвящено получению оружия. Модель выбрались? Еще нет, кто что посоветует, то и возьмет. То есть, скажем так, это уже такое, знаете, как бы неделю назад родилось, думаю, почему-то у меня такое было, какое-то легкое предположение, что никто не появится. Вот. В принципе, предположение так и получилось, оказалось не предположением, поэтому завтра все равно эту процедуру закончу. Где это все? Давайте я вам сообщу, если вам интересно, по сути, как это делается, в принципе, поприсутствовать я не против. То есть, в принципе, насколько я понимаю, давайте так, как я в интернете смотрел, там у разных наркотиков есть разное время выведения из организма от дня 3 до недели, а некоторые до целого месяца. Да, соответственно, вот я буду сдавать анализы, которые, в принципе, не предполагают сдачу для получения оружия где на целый месяц. Да, более такие расширенные тесты. Вот хочу пройти более расширенный тест. Вы уже подумали, где вы будете там тренироваться, стрелять? Пока еще нет. В плюс отпуска обязательно, конечно же, да. Еще раз, есть правоохранительная система. Вы видите, по каким мишеням, кто будет у меня в качестве мишени, если вопрос этого. Ну ладно, для начала, я думаю, можно будет организовать стрельбу в пинбол у нас есть в парке, да, где-то, если об этом говорить, да, там, пройти какую-то физическую подготовку по стрельбе. Ну, вообще, думаю, это так, если это не шутить, то, в принципе, все по мере. Сначала пройдем тесты, потом приобрету оружие. Я думаю, что при городе это должно быть. Да, потом уже служу городелом, я думаю, они подскажут, как это делается и что это делается. Поэтому приглашаю вас, завтра Даша сообщит, когда это будет проходить. В принципе, секретов никаких. Я думаю, будет интересно.